Наши друзья, магазин «Хижина чудес», объявляют творческий конкурс, суть которого состоит в создании дневника номер 4. Придумайте и нарисуйте оригинальную страницу для нового дневника, и, быть может, именно она попадет в финальное издание. Все правила, условия, да и вообще нужные ссылки ищите в описании. Торопитесь, конкурс заканчивается 19 сентября. Всем привет, вы на развлекательном канале ГАЗ, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня у нас удаленные сцены «Симпсонов». Поехали! Лиза воображает, как бы сложилась ее жизнь с Нельсоном. В своей фантазии они ездят на мотоцикле, видят милый дом, Нельсон поднимает Лизу за порог и делает ей ребенка со словами «Наша любовь создала его». Удаленная сцена показывает, как постояльцы спрингфилдского дома престарелых снимают порнографический короткометражный фильм под названием «Что мальчик увидел в бассейне», чтобы пройти в спрингфилдский кинофестиваль. Первоначально в этом эпизоде играла песня «Мы любим дым» с участием Пэтти и Сельмы, но эту сцену вырезали, так как она не вызывала смеха или хоть каких-то положительных эмоций. В удаленной сцене между этажами можно было увидеть термитов, в то время как Гомер ел шоколад и разговаривал с Моной Симпсон о его работе на АЭС. В этом эпизоде был фрагмент, где Абрахам показывает фотографии Сайлоса и Джима Симпсонов. Первоначально в этой серии был показан фильм, повествующий о месте под названием Хайни-Хо, поселение нудистов, где все повседневные дела, такие как доставка писем, игра в волейбол или загорание на солнце, выполняются в обнаженном виде. Когда Гомер и Клетус сидели в машине, Гомер заметил за ухом Клетуса клеща. Оказалось, что его зовут Честер, и Клетус собирается вести его в клуб 4H. Затем Честер прыгнул на плечо Гомера, вызвав испуганный крик, и Клетус вернул клеща обратно за ухо. Марч и Гомер пытаются заниматься сексом, но у них ничего не получается из-за средневекового деревянного орудия пыток. Гомер пытается снять оковы с Марч, соединив их цепью с машиной, пока Марч привязана к дереву. Симпсон на машине набирает скорость, но план не срабатывает, Марч взлетает и приземляется в мусорный бак. Вторая попытка прошла успешно, но Гомер врезался в дом. В конце этой серии вырезали сцену, где Барт становится вампиром и ест крыс, приготовленных его мамой. В оригинале этого эпизода был фрагмент, в котором Дракула, мумия, Фредди Крюгер и другие монстры выходят из комнат и наблюдают за Бартом. Далее Барт сталкивается с Шерри и Терри, которые поют «Твой папа убьет тебя». В соседнем коридоре стоят Пэтти и Сельма и говорят ему «Они правы». В этой серии сцена встречи Гомера и Бога первоначально выглядела немного по-другому. Из этого эпизода вырезали фрагмент, в котором Мо Сизлок засовывает газовый шланг в дыхало дельфина и бросает туда спичку. Дельфин взрывается, и внутри оказывается Абрахам Симпсон. В удаленной сцене шеф Вигом спрашивает по телефону, куда пошли пенсионные деньги робокопов. Робокопы стреляют по стулу и телефону шефа, но останавливаются, когда тот предлагает им металлические пончики. А в этом удаленном фрагменте Барт вычесывает из волос немцев. На этом все. Заниматься сексом, но у них ничего не получается из-за средневекового деревянного орудия пыток. Гомер пытается снять оковы с Марч, соединив их цепью с машиной, пока Марч привязана к дереву. Симпсон на машине набирает скорость, но план не срабатывает, Марч взлетает и приземляется в мусорный бак. Вторая попытка прошла успешно, но Гомер врезался в дом. В конце этой серии вырезали сцену, где Барт становится вампиром и ест крыс, приготовленных его мамой. Лиза воображает, как бы сложилась ее жизнь с Нельсоном. В своей фантазии они ездят на мотоцикле, видят милый дом, Нельсон поднимает Лизу за порог и делает ей ребенка со словами «Наша любовь создала его». Удаленная сцена показывает, как постояльцы спрингфилдского дома престарелых снимают порнографический короткометражный фильм под названием «Что мальчик увидел в бассейне», чтобы пройти в спрингфилдский кинофестиваль. Первоначально в этом эпизоде играла песня «Мы любим дым» с участием Пэтти и Сельмы, но эту сцену вырезали, так как она не вызывала смеха или хоть каких-то положительных эмоций. В удаленной сцене между этажами можно было увидеть термитов, в то время как Гомер ел шоколад и разговаривал с Моной Симпсон о его работе на АЭС. В этом эпизоде был фрагмент, где Абрахам показывает фотографии Сайлоса и Джима Симпсонов. Первоначально в этой серии был показан фильм, повествующий о месте под названием Хайни-Хо, поселение нудистов, где все повседневные дела, такие как доставка писем, игра в волейбол или загорание на солнце, выполняются в обнаженном виде. Когда Гомер и Клетус сидели в машине, Гомер заметил за ухом Клетуса клеща. Оказалось, что его зовут Честер, и Клетус собирается вести его в клуб 4H. Затем Честер прыгнул на плечо Гомера, вызвав испуганный крик, и Клетус вернул клеща обратно за ухо. Марч и Гомер пытаются заниматься... Наши друзья, магазин «Хижина чудес» объявляют творческий конкурс, суть которого состоит в создании дневника номер 4. Придумайте и нарисуйте оригинальную страницу для нового дневника, и, быть может, именно она попадет в финальное издание. Все правила, условия, да и вообще нужные ссылки ищите в описании. Торопитесь, конкурс заканчивается 19 сентября. Всем привет, вы на развлекательном канале ГАЗ, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня у нас удаленные сцены «Симпсонов». Поехали! Поехали!